We will be starting right now something that final part of our program that seemed and sounded as one of the most exciting parts of this program, called Pitch Parade, or Parade of Startups. Please take your seats. And judges, we really need you in the front, on the front seats. Okay, so the procedure is as follows. We have 10 companies, 10 local companies, Russian companies, that will be presenting to us their ideas. Each presentation is 7 minutes long, plus 5 minutes on feedback from the experts, from our panel members, those who actually had a chance to hear and see in action in the last 24 hours, or at least 48 hours. So with this, it's going to be a very strong and very strict protocol. So if you're going to talk for more than 7 minutes, you're going to use basically 5 minutes of your Q&A, of your feedback. So you just balance it very well. So the first company that is presenting is called Synthegenics, and Sergey Nikolenko will present it, will be presenting. Sergey, can we find you somewhere? Yeah. Come on. Есть указка? Okay. Mike? Yeah. One thing, at the end of the session, we will identify top three startups that presented today. And if anything that we're expecting as a result of this session is a feedback and a constructive and basically some sort of a advice that will be tailored to a particular company, to a particular case, which is what I guess most of the companies needed here. So, Sergey, go ahead, you're first. And the clock is ticking. А так? Дорогие друзья, меня слышно? Это не мои 7 минут. Дорогие друзья, в первую очередь я хочу поблагодарить экспертов, которые выбрали наш биотехнологический стартап для того, чтобы рассказать такой уважаемой и интересующейся аудитории о том, чем мы занимаемся. Мы представляем противораковую бактериотерапию. Компания называется Synthegenics. On. Got it? Yes. Значимость борьбы с раком трудно переоценить. Мы фокусируемся конкретно на колоректальном раке в первую очередь. Чем не удовлетворяют клиницистов современные методы лечения? Они имеют большой уровень рецидивов, они имеют побочные эффекты, они характеризуется наличием лекарственной резистентности и слабым внутриопухолевым проникновением препаратов. Okay. Соответственно, какое лечение было бы крайне желательно для специалистов? То, которое сможет преодолеть все вышеуказанные проблемы и при этом будет эффективно и как самостоятельная терапия, и как комбинированная терапия.
То решение, которое мы предлагаем, оказалось найти сравнительно недавно, хотя идея привлечения бактерий на борьбу с раком увлекала клиницистов более полувека уже. Но вот сейчас современная наука дает возможности контролировать общую токсикогенность бактерий. Это то, что раньше сдерживало. Соответственно, восхваляя бактерию, первое, что можно сказать, это натуральный цитотоксический агент, естественная цитотоксичность, естественная подвижность, направленная именно к опухоли. Бактерия ищет опухоль, находит ее, концентрируется в ней, размножается в ней и способствует некрозу именно опухолевых тканей. То, что очень важно добавить, это модулирующий препарат, который будет снимать общую токсикогенность в здоровых тканях. Если вы можете при этом свете видеть механизм действия, если нет, то в общих чертах я скажу, что ингибитор блокирует рецепторы бактерий, соответственно, два агента работают или не работают в зависимости от того, бактерия в опухоли или бактерия в здоровой ткани. Мы работаем с двумя штаммами. Один проявляет иммуномодулирующий эффект, иммуностимулирующий эффект. Второй штамм проявляет цитотоксический эффект. Вот на этой картинке при другом освещении вы бы увидели очень впечатляющий результат, как за 26 дней мышка с опухолью получает, как за 26 дней опухоль исчезает у подопытного животного. Соответственно, в дальнейших исследованиях мы проведем эту модель до приматов, до собак и в дальнейшем до клинических исследований на человеке. В отношении рынка мы достаточно консервативны. Мы рассчитываем на 5% нишу на рынке колоректального рака, который составляет 11 миллиардов долларов. И мы также ориентируемся на 1% нишу еще 6 индикаций. Суммарно это дает миллиард долларов на нашем первом препарате, и мы планируем предложить через несколько лет целую платформу, целую генерацию новых препаратов для различных индикаций. Таким образом, выходя к 2020 году на 10-20 миллиардов долларов в зависимости от того, как покажут себя клинические исследования. Конкурентный анализ больше связан с историческим наследием. Как я говорил раньше, бактерии пытались активно заниматься и не могли побороть ее общую цитотоксичность, что смогли сделать мы. Сейчас есть исследование, которое ведется на нецитотоксической бактерии. Соответственно, по нашему мнению, это очень слабый эффект, и при этом там нет контролирующего момента в отношении иммуномодулирующего действия, который мы достигаем с помощью нашего препарата, ингибитора, модулятора. И надо отметить традиционные терапии. Мы не говорим, что мы конкурируем с химиотерапией, с радиотерапией, с хирургией. Мы говорим о том, что какое-то соотношение мы несколько изменим по отношению к этим уважаемым традиционным видам терапии и займем свою нишу. Команда. Персонально у меня более 10 лет в фармацевтическом бизнес-девелопменте. Мой партнер имеет, возможно, ведущую в мире экспертизу по контролю вирулентности. Корни у компании достаточно сильные, они происходят из другой известной биотехнологической компании, которая в свое время была основана двумя профессорами университета Тафтс, медицинской школы Тафтс и медицинской школы Гарварда, и один из фаундеров является лауреатом Нобелевской премии. Что является нашим обещанием для инвесторов, для потребителей, для врачей и пациентов? Syngenix видит себя как глобального биотехнологического лидера в области противораковой бактериотерапии. Очень важно отметить, что все протоколы, все исследования, они достаточно ясные и прямые. То есть мы ожидаем несколько быстрого по сравнению с тем, что ожидается от биотека, темпа исследований. И мы также ожидаем несколько более дешевого, не такого дорогого объема инвестиций, потому что все компоненты, они не так дороги, как это принято думать о биотеке. В первый год мы планируем доказать концепцию, это то, что фактически мы уже сделали, и поэтому в каких-то официальных рамках планируем это представить.
На пятый год мы планируем получить свое первое лекарство, и с седьмого года мы предложим платформу препаратов. Соответственно говоря, о коммерциализации технология может быть лицензирована уже начиная с первого года после доказательства концепции полностью или частично по индикациям или по региональным рынкам, что является нашим запросом. Мы подали несколько аппликаций в Национальный институт рака, в Национальный институт здоровья. Мы сейчас готовим аппликацию для Сколково. И вот в соответствии с процедурами Сколково мы ориентируемся на подбор частного инвестора с 10 миллионами рублей. И вот в пределах первой фазы сколковского финансирования мы планируем за год доказать концепцию. Большое спасибо. Задавайте вопросы. Прекрасно. Замечательно уложились. Спасибо большое. Презентация открыта для вопросов. Вопросы для экспертной комиссии. Я очень извиняюсь. Isn't it from the judges? Yes. Yeah. Okay. So I still don't have a really clear picture. The paper you showed was from 2005, and what has been happening in the last 7 years? You talked about one mouse. Have there, you know, has anything mm-hmm. further happened? It's still very not precise. You know, how long will the 350,000 plus mm-hmm. the 1 million last? It's not really a business plan. It's a, I don't know. So my questions are just to be a little more specific on some of the business details. Если говорить о показанной картинке, то, как я говорил, исследования в этой области ведутся. Тот план, который мы предлагаем, он не одним из мировых ведущих центров в этой области не реализован, и мы по нашему достаточно уверенному ощущению планируем стать ведущим. Да-да. I can't hear you. You need to talk louder and clearer. Okay. For the translation, it's probably okay. But okay. So мы видим себя ведущим мировым, достаточно уверенно чувствуем себя как центр с ведущей экспертизой в области контроля вирулентности. И то, о чем я сейчас рассказал, другими центрами не предлагается, хотя исследования ведутся, но вот так собрать в единую концепцию все части пазла, чтобы предложить и модулятор вирулентности, чтобы предложить и обе бактерии, цитотоксическую и иммуноассимилирующую, такого нет. I may have lost it in the translation, so I apologize, but do you see this concept to be a kind of silver bullet for every cancer in the world, or you're aiming on specific cancers? Вы знаете, было бы здорово быть таким оптимистично настроенным стартапером, как обычно ожидается, но мы фокусируемся на конкретном виде рака по совершенно конкретным клиническим причинам, и мы фокусируемся еще на 6 индикациях, также по конкретным клиническим причинам. Это очень большой объем рынка, это достаточно привлекательный объем рынка. I missed which market you are focusing on. I'm sorry, I may have missed it on the translation. В первую очередь это колоректальный рак. It's a colorectal cancer. Okay. Okay, sure. So, a lot of this really wild biotechnology stuff goes right over my head, but I am curious if you could tell us a little more about how the inhibitor is able to identify, you know, what is cancer, what is not cancer, how does it, and is that need to be selective for each phenotype of cancer, or is there something more basic than that? Я с большим удовольствием отвечу на этот вопрос вот в той аудитории в течение часа, но, наверное, не за 7 минут. Прошу прощения. Any other questions? I'm sorry, we just take questions from the judges because, yeah, Alan, please. Have you checked for immunological response of your bacteria? Да, мы это делали. Это делали также другие центры. То есть мы имеем данные не только на основе своих 11-летних исследований, но и от других центров. We'll Уважаемые судьи, большое спасибо. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Можете оставаться в зале. Еще такой совет предпринимателям. Пожалуйста, не нервничайте. Это очень добрая экспертная комиссия. И она сфокусирована в основном на том, чтобы дать вам конструктивный совет и, то есть, помочь вам. Мы хотим вам помочь. Это ни в коем случае никто не будет кусаться. Это, так что не нервничайте, представляйте свои проекты. И наша задача вам дать конструктивную оценку. Следующий на сцене у нас... Nanocore, доктор Шамиль Ахмедов. Проходите, пожалуйста. Не слышно? Слышно? Да, очевидно, да. Хорошо. Дамы и господа, позвольте представить наш проект. Он называется от компании Nanocore. Называется способ лечения атеросклероза с помощью химически модифицированных наночастиц. Вы знаете, за этим проектом стоят два больших института, в частности, Институт кардиологии, где я работаю, а также Томский политехнический университет. Цель этой работы направлена на лечение атеросклероза, который занимает самую важную нишу и самую высокую смертность на Земле. И поэтому целью работы было разработать химически модифицированные наночастицы. Здесь представлено, плохо видно на слайде, но вот здесь представлено в разрезе атеросклеротическая бляшка, которая занимает ровно половину просвета сосуда. Я сам являюсь кардиохирургом, и поэтому работаю в это направление каждый день. И задача, если эта бляшка, например, находится в сердце, то это приведет к инфаркту миокарда. Если же она располагается в сосудах головного мозга, то ведет к инсульту. И поэтому стандартные способы лечения не всегда эффективны. Поэтому и возникла идея. А сама бляшка представляет это сложный конвейер, который в организме, мини-конвейер, который доставляет в эту бляшку все различные клеточные элементы, все различные факторы роста, и поэтому, конечно, воздействовать на эту бляшку только можно с помощью наночастиц. И поэтому настоящие механизмы действия представлены следующим, что мы поставили задачу перед специалистами органической химии, которые работают в Томском политехническом университете, именно разработать такую наночастицу, чтобы она была биологически активна к молекуле жира. И таким образом нами доказано, что в экспериментах, которые мы провели, что наночастицы проникают вглубь атеросклеротической бляшки, изменяют, и что самое важное, изменяют ее структуру. Поэтому, когда мы получили в эксперименте эти самые факторы, то у нас получилось 5 продуктов, которые отсюда вытекают. Первый продукт. Мы можем представить уже сейчас фармацевтическим компаниям продукт чисто для индивидуального развития, то есть для проведения индивидуальных каких-то исследований. Дальше. Очень важное, считаем, направление, что вот этим самым покрытием можно покрывать так называемые коронарные или сосудистые стенты. В этом направлении мы уже провели переговоры с компанией, которая выпускает голометаллические стенты, и они готовы с нами в этом направлении сотрудничать. Дальше, следующее направление. Мы рассматриваем это направление как
для заполнения картриджей при проведении плазмафереза. Отличие от традиционного плазмафереза будет заключаться в том, что наночастица избирательно реагирует, понижает уровень холестерина, триглицеридов, при этом сохраняя белки и все другие важные функции, которые находятся в плазме. И также мы можем, в принципе, эту технологию продавать. Вот так представляет общий вид наночастицы, которая после модификации превращается в модифицированную наночастицу, которая как раз и взаимодействует с жиром. Мы также можем изменять длину этой цепочки. А раз изменяя эту цепочку, то можно придавать этой частице отдельные свойства. При электронной микроскопии наночастицы выглядит размер наночастиц около 10 нанометров. Поэтому еще раз говорю, что такие частицы разработаны, и в эксперименте показана их эффективность. Также по этой методике получен один российский патент по технологии изготовления наночастиц. И также на настоящее время подана заявка на патент, российский патент, на технологию как раз взаимодействия наночастиц с бляшками. Предстоит, конечно, еще большая работа, в частности, для того, чтобы обязательно необходимо зарегистрировать эту методику, в частности, Минздрав соцразвития. После того, как будет пройден этот путь, наше видение направлено на европейский рынок, и вполне возможно, что и придется обращаться в FDA. Особо хочется отметить, что все предклинические и клинические испытания будут проводиться в нашем кардиологическом центре. Он ежегодно обслуживает около 10 тысяч пациентов. Это приблизительно охватывает весь Урал и Сибирь, и Дальний Восток. Поэтому клиническая база, где можно провести это исследование, у нас есть. Команда. Как я сказал, эта команда представляет из ученых органической химии и наша команда медиков. Бизнес-план. Он, в общем-то, имеет классическую картину, но хочется отметить, что здесь у нас идет классическая тройная спираль, когда привлекается бизнес, государство в лице Сколково и индустрия. Сегменты рынка большие. В настоящее время в этот план было инвестировано около 70 тысяч долларов. Это, собственно, наши средства, плюс из Министерства образования, то есть так называемая грантовая система. Это мы уже получили. В перспективе, конечно, мы видим, учитывая, что поставили 5 важных задач, привлечь вот такую сумму для наших работ, но учитывая, что у нас имеется план и опыт работы с грантами, то приблизительно один проект, чтобы вышел на стадии ОКР и был окончательно принят, приблизительно стоит 5 миллионов долларов. И таким образом мы имеем продукт, который, в принципе, уже может быть реализован. Для реализации требуется, в зависимости от полученных инвестиций, от 7 до 12 лет, но это уже будет зависеть уже от многих других причин. Спасибо за внимание. So, Professor Akhmedov, this is clearly a huge opportunity. If you have drain cleaner for the blood vessels, then you have a great solution. This is
been an area that people have been thinking about for a long time. I was involved with some companies that do atherectomy, cutting the plaque out of blood vessels, and been a lot of looking at how to identify that specific tissue so that it can be targeted. And what they mostly find is that atherosclerotic plaque is comprised of everything you find in the body. Now, there's certainly more lipid there, but other tissue, and so it is hard to be selective to that lipid without affecting lipids elsewhere in the body. And often the plaque is covered with a thin endothelium, so maybe the nanoparticles don't connect, but if they can get deep, you're clearly focusing on the key issue there. the plasmapheresis idea, there's a company called Lipid Sciences that would do this. They did plasmapheresis to remove all of the lipid from your bloodstream in one treatment, and I think they showed some real benefit. I'm not sure what the problem was with their business model, but there's something to be seen there. So there's a lot of information to be gained. I know that Merck had a partnership with a company looking at that exactly that, the tissue and plaque, and they might be a good source of feedback and funding. So there's a lot of interesting opportunities there, as well as some real challenges. I think the drug eluting stand part is a pretty bad business, but if you can really do the plaque dissolving part, is huge opportunity. But considering that is such a quick opportunity, it may be good if you can actually show a slide of data. That would be much more convincing, because you're asking 30 million, and at least a summary of what data that make you think you can do that will be a good follow-up. I think I heard you at one point say, you know, you'd ask for 5 million first, but I can't judge the medical thing, except that if you can do this, it's a miracle. But I think the drain cleaner analogy is a very good one, for better or worse. So in terms of the business plan, I would show some staging. I would show how much you need initially, what percent that might be, and sort of show that you have a plan for how to do this. Second, a piece of feedback. I'm really glad I saw your team and I saw pictures of your team. It's always helpful to know who is the company, who are we being asked to give money to. And I typically like to see the team first and even ask, why did you start this company? In this case, you were researchers at university in Tomsk, so it's probably pretty clear. But sometimes the story of the founding of the company helps explain the motivation. My third question, I just saw on the slide of business models, ad funded. And I couldn't understand that at all. How would it be funded by ads? Ну, во-первых, мы стали резидентом фонда Сколково, и поэтому сейчас первая, самая важная задача для того, чтобы прописать грант и получить этот грант, необходимо найти соинвестора. И вот сейчас мы этим очень активно занимаемся. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, там 5 миллионов или 30 миллионов, для того, я еще раз акцентирую, для того, чтобы с одной позиции выйти на рынок, то есть на стадии ОКР, то есть опытно-конструкторская работа, требуется в России около 5 миллионов долларов от начала до конца здесь включается. Поэтому, если учитывая, что мы в своем плане показали 5 конечных продуктов, то на один продукт, который мы выйдем, получается около 5 миллионов долларов. Это отвечаю на ваш вопрос. I have a comment, actually. I mean, speaking of a team, I have not seen, the team is, it's great, it's all researchers, but this is exactly where the bottleneck is. You need to bring someone who's going to help you to define strategy and work on the commercialization of a project as opposed to just as a research project, because this is not, 30 million for research project, it's a little too much. And also someone who will know. I'm with you. Someone who will know what ad funded means, or take it off the slide.
Any other questions? We're over time. Thank you very much. Здравствуйте, меня зовут Сергей Седых, я представляю компанию Russian Mobile Health. Мы делаем продукт, который позволяет связать опекунов и пожилых людей, пожилых родственников этих опекунов. Собственно, это главная проблема, которую мы пытаемся решить. И мы ищем партнеров и инвесторов на стадию развития. Проблема у меня, есть лично проблема. У меня в Калуге есть бабушка. Очень старенькая, плохонькая бабушка, и моя мама, ее дочь. Они живут в разных квартирах и не хотят жить вместе. И они, кстати, мама очень переживает за бабушку, мама постоянно хочет знать, что с бабушкой происходит, упала ли она, как она себя чувствует, и вообще жива ли. И, собственно, никаких возможностей для этого в России нету, да, то есть мобильными телефонами никто не пользуется так, чтобы вот как-то созваниваться, особенно 96-летней бабуле. Таких бабуль 2 миллиона в России. Это как минимум, это те бабули, за которые опекуны, вроде моей мамы, готовы платить. 33% из них падают, и только одна из пяти может нажать, например, тревожную кнопку, которая сейчас входит в моду. Решений по автоматической идентификации нет. Решение, собственно, какое? Мы сделали, вернее, мы делаем сейчас браслет. Это, ну, мы называем его браслетом. Это маленький мобильный телефончик, который вешается на запястье. У него есть несколько датчиков. Это пульс, это оксиметрия, это движение. Значит, и там есть еще тревожная кнопка. Эти данные передаются на сервер, сервер их обрабатывает и передает потом данные опекуну или в колл-центр. Соответственно, в принципе, устройство работает автоматически. Если человек упал, то мы, колл-центр, опекун сразу знает, что делать. Мы не, скажем так, не вызываем скорую помощь, мы вызываем опекуна, который лучше знает, что делать. IP. Мы начали официально как компания работать только в феврале, совсем недавно, хотя разработка уже давно идет. Мы сделаем этот прототип в мае и после этого начнем делать IP, регистрировать интеллектуальную собственность. Что мы делаем с сертификацией? Во-первых, мы не целимся в медицинские девайсы. Да? Мы говорим, что это communications device. Мы передаем информацию о состоянии человека тем людям, которым интересно. Это могут быть профессиональные опекуны, могут быть родственники. Собственно, поэтому я очень надеюсь, что сертификация в России будет легкой. Про сертификацию где-то еще мы пока не думали, нам бы с Россией разобраться. У нас, нет, уже не 8, уже 11 человек, я не успеваю немножко за ростом. Профессионалы, я сам очень долго работал в мобильной связи. У нас, кроме этого, есть несколько медицинских консультантов, у нас электронщики, которые уже делали подобные устройства, у нас главный разработчик, который занимался обработкой платежей, микроплатежей, которые мы хотим принимать в этом продукте. Собственно говоря, очень опытная, хорошая команда, и у нас отличные промдизайнеры, чтобы сделать что-то симпатичное. Коммерциализация простая, то есть мы продаем эти устройства, значит, стартовый комплект. Может быть, мы его будем когда-нибудь отдавать бесплатно, потому что основная, собственно, основной revenue stream — это от subscriptions, от подписок. Подписки, мы надеемся, что это будет где-то от 600 до 800 рублей
посмотрим уже ближе к делу, насколько дорого это будет. Финансирование. У нас сейчас привлечено немного, ну, в принципе, вот 90 тысяч долларов. Мы их тратим на прототип. Значит, это от компании Norbit, это лондонская компания. В принципе, у нас денег есть до лета, до где-то конца лета. В сентябре мы собираемся привлечь уже 750, это серьезная уже сумма на то, чтобы, ну, по сути, запуститься, да, выйти на рынок, построить какую-то инфраструктуру продаж. Собственно, главное — запустить производство мелкосерийное пока что, ну и начать промоушен. Собственно, все. Спасибо. Спасибо большое. Так как вы закончили за 5 минут, вас будет много мучить. Очень долго мучить. I have a question. I have two quick questions, if I may. Question number one is, in the Russian Federation, who will pay for your service? Is me, is you as the grandson of your mother? Yeah. Is this the government, etc.? I have one more question and then I'll listen. In the United States, there is a component of liability here. In other words, if, for example, your grandmother, God forbid, is in trouble and the system fails, there's a certain liability on the company, potentially. Is there an issue like this also in the Russian Federation, or this is not an issue at all here? So two questions. Так, ответ на первый вопрос. Платят опекуны. Я там не зря в каком-то слайде написал, что 2 миллиона пользователей, поддержанных платежеспособными опекунами. Потому что вообще-то пожилых гораздо больше, но значит, не у всех есть возможность за это платить. По поводу liability. Мы думаем об этом. Есть таких два больших куска работы в этом направлении. Первое — это юридическое, да, то есть нужно прикрыть эти риски в, в общем-то, end-user agreements. Значит, надо страховать свою ответственность будет. Да. В общем, я надеюсь, что в эти 750 тысяч мы уложимся с этим. И техническая сторона вопроса. Ну, вот после многих лет мобильной связи я знаю, как сделать работающую систему. Она будет работать на очень низком уровне GSM-сети, чтобы никогда не ломаться. Хотя это может быть периодически. So first, just some feedback. This was great. It started with a story. It was clear. You talked about pricing, all this stuff. And full disclosure, we've already met. So my question is more, what share of the company are you looking to give up? Are you working with Сколково or not? У нас был первый неудачный заход Сколково, но второй будет, надеюсь, удачным. Вот так. Valuation? Any? Valuation? Yeah. Сложный вопрос, честно говоря. Я пока не буду отвечать на вопрос, чтобы тут не плавать. And you might also talk a little bit more about your marketing plans. You know, will you work with VimpelCom and cell phone companies? Will you work with, you know, 36.6? Will you, how will you get this into people's hands? Мы, значит, работаем, говорим, вернее, пока не работаем, с двумя из трех мобильных операторов. Это, естественно, хороший выход на розничные каналы, да, и на промоушен хороший, да, то есть, ну, не знаю, закончили ли такой брендингом или нет, но мы подумаем. Вот. В принципе, и все телеком-операторы в России — это и хорошие exit opportunity когда-нибудь, и сейчас как бы партнеры. Вот. Ну и есть еще другие некоторые партнеры, которые владеют сейчас, в частности, сетями каким-то дистрибутивным, sales channels, короче, с которыми можно поработать, мы знаем с кем. I have one question concerning the presentation. It seems to me that it seems to me that you have not filed the IP yet on this product. Is that correct? Yes. So, I mean, without knowing the specific marketing details,
probably one of the first things that investors want to know when you put money is what is your IP position. So probably you have to work it out that first, even because public presentation like that can create a disclosure that will even weaken your patent. Ну что сказать, не дошли мы пока до патентов. Это же надо все сделать, сформулировать. Просто пока, ну, нам нужно чуть подальше продвинуться в разработке и. Okay, so we're still not just close to filing any patents because we just need to think a bit more. So it's only April. We started to work in February. So as a company, we need something to think about. Yeah, some time. It does appear that your IP is going to be a great issue. Yeah, it can be an issue because the idea is very very visible across the world. Right, because position sensing, GPS, all these are known technology. It sounds like the only possible patent you file is going to be like an article of manufacture, your own product. My vision of it is it's stupid in this situation to patent the upper level thing, this bracelet or the whole product. That's why I'm waiting a bit because opportunities lie on some deeper levels in how we solve some engineering problems associated with it. So there are no quite similar products in the market now, in the whole world. No similar products with GSM and all these sensors. No products, no products on the market. Maybe they are patented, but making this complex will pose some problems. I'd like to, like good judges, we don't always agree. So I'd like to comment on that as well, and partly not just for you, but for everybody in the room. People pay way too much attention to the IP. This thing is not protectable. There may be some small part of it that is, but the idea, it's not protectable, and you shouldn't try to. You should brand it, you should market it, you should build a real company, and focus more on the business side than, yes, go ahead and patent something, but people think their IP is worth a lot, and it's not. What you have, a real company, real marketing, real connections, is worth a lot. Just one other legal thing. In the fertility market, which we discussed yesterday, there's actually another market, which is the anti-fertility market. But if your system doesn't work and somebody gets pregnant and the baby has a disease, you can sue. So nobody sells contraception in the timing market. They sell fertility. And in the same way, you could sell, I would write my product description in the way that if you don't hear from mama, give her a call. And then if the system isn't working, you're covered. It's just a little tip. Yeah. I think he has to also worry about freedom to practice because not his own IP, whether he will be infringing other people's IP because it's very crowded field for, you look at your cell phone, you turn it around, all those positionings, it's very well protected technologies. And you have to be very careful look into that. You may have to license from somebody. I would just I agree more fundamentally with Esther's comments. I think as medical products guys around the table, we tend to focus on IP because for medical products that is a critical component of the success of the company. But if you look at your technology, there are parallels in the U.S. with various services businesses, Health Hero, CardioNet, just to name a few, that come to mind. And those business models are not predicated on IP as a primary barrier to entry. It's execution, it's management skill, it's market penetration, and so forth. So I would not get hung up on the intellectual property part of it. I suspect freedom to operate is actually not an issue because I suspect there are a lot of ways to do this that already exist in the prior art, but it's really more building a business and executing against it. So. Yeah, thank you. I agree with those comments and also especially Esther's comment on your presentation. It's really nice to have a human story, a human side to this. As a device guy,
I am so excited by the idea of a project that doesn't have a regulatory pathway where you just have to make it and sell it, and that's enough of a challenge, and that, I agree, will be enough of a barrier. You build a business, you build your name as the one who can really provide this service on a very predictable, cost-effective basis with an attractive product, and you'll have a winner. Thank you very much. Thank you. Thank you. Спасибо. We have a wide range of sectors covered in this this parade, so-called. And so, Amphor Labs, you're next. And this is more of a device and diagnostics. Oh, one more thing. All presenters, before you come to the podium, please turn off your cell phones and everything so we don't have to go through the trouble of dealing with unnecessary noise. It's stressful. Exactly. Then we'll call Sergei. Okay. All yours. Dear ladies and gentlemen, I'm glad to present our startup project called Afra Biomed. The essence of our project is that new technology of modulation and interference microscopy was developed by mother company Amphor Labs. In this project, we are concentrated on MIM biomedical applications by daughter company Amphor Biomed. Achieved MIM technology unique features provides success of our startup project. First of all, optical super resolution. It's one angstrom on vertical axis in 20 to 100 nanometers in lateral plane. Then high operation speed up to 2,000 frames per second, so it's a possibility of nanomovie capturing. Then live object investigation without any damage and markers, as in fluorescence microscopy. Then live cells nanodynamics registration and analysis, for example of nerve fibers analysis dynamics, and cell nanoanisotropy of our samples. So targets and goals. MIM Biomed project goals is development of MIM application in biology and medicine. So creation of instrumental and methodical systems, IMC, IMS development. Target applications are cell biotechnologies, pharmacology, and cell therapy. Task to be solved, huge fields of modern medicine actual problems will be solved using modulation interference microscopy technology. For example, express diagnosis of rejection crisis, diagnostic of RBC pathology, efficiency estimation of modern anti-cancer medicine, anisotropy analysis of myocardium collagen fibers. So we provide Biomed Society with a unique instrument that opens up new horizons in biopharma industry. Project implementing consists of follow stages. First of all, cooperation with Biomed teams, determination the best prospect IMC, IMS. Then IMS certification and patenting, investment and market entry. What about intellectual property? Patents on the methods, design, and ancillary equipment during project elaboration. IP geography cover Russia, Europe, US, and Asia. IP owner Afra Biomed LLC. Regulatory pathway consists of diagnosis method certification, IMS certification, and international patenting. Our team consists of experienced scientists, engineers, biologists, and physicians, headed by experienced in international high-tech business managers. Our partners, we reach an agreement of join R&D, Moscow State University, Moscow Regional Research Clinical Institute, the Russian State Medical University, and Scientific Research Institute of Virology. Business model consists of three stages. First of all, it's seed stage. It will be
performed market analysis, biomed sample R&D by MIM, promotion of the most prospective methods, IMS creation, and international patterning. And the early stage consists of IMS industrial development, IMS promotion and certification, and international patterning of IMS. And advanced stage contains industrial production of IMS, IMS sales and promotion, and mergers and acquisition. So I would like to talk a few words about investment highlights. For example, the project addressed on a wide range of actual problems for biomedicine and pharmacology. World market size more than $600 billion, and market niche being covered by new technology may be estimated as $6 billion. We have an experienced team. Current stage of project is the seed stage. Time to market estimated as 2 or 3 years. It depends on best proposal IMS, which will be fixed out during R&D, the seed stage. And development strategy, exit is mergers and acquisition. Thank you for attention. Sure, so I put this in the feedback category, and actually this reminds me when I first met with a company that I didn't realize until I read the bio that Esther, that you're an investor in, called Applied Proteomics, which is one of the portfolio companies for my firm. And you know, technologies like this are exciting to see, but I encourage you in the very early parts to start thinking about what the critical applications for that technology could be and be far more specific about where it can be used, because the technology alone is not going to get an investor excited, but when you combine that technology with a specific application that represents a big market where your approach is going to be very different, that's going to be a big deal. And in fact, you know, again, it's not the same company, but that's in effect what this company Applied Proteomics had been doing, is using technologies like mass spec, and they're using it to develop the next generation of diagnostic technologies, but they're being very specific about how they approach it and the markets they want to pursue. Mm-hmm. So. Research instrument market, not for this. Yes. First of all, good news is you have a pretty ready product, okay? The bad news is this area is really an oligopoly. Worldwide, you probably only have 5 or 6 companies to deal with, mm-hmm. like Zeiss and Olympia. They pretty much control the cytology instrumentation for research market. I know firsthand because Cornell invented the multiphoton microscope. So it's really difficult to penetrate the market. So it's not easy to generate a standalone business. So you probably have to partner with them. You know, I think we have to distinguish between what can become a company and what is a project, which is very interesting as a project, but cannot become a commercial viable company. And I wouldn't underestimate the value of a project if a priori you and your team knows this is not going to be a company with this management, etc. It's going to be a project in which very quickly we develop a certain tool, a certain technology with IP, yes, very important, and go to the corporate partner and sell him it as a project, not as a company. And I think there's a lot of validity among some of the technologies that we saw here during these last 2 days, to make them out of them projects that can be leveraged and hopefully bring some return on a sale of the project, and not to force everything to be a full-fledged company. If you approach this as a project, then actually it's much better, because Zeiss and Olympia are very hungry for collaboration with academic institutions. So you may have something there. Congratulations.
Okay, I understand. Thank you very much. Thank you. I know it's almost 3 p.m. We have five more companies to go. Next company is in biotechnology. We also have some personalized medicine, HIT, so just for judges to stay alert. I'm just giving you a heads up, but you have a list of them. So next presenter is a company called MBF8. It's the first company from one institution, and Rahim Ruzeev will present. Направляйте, пожалуйста, на компьютер. Потом будет перелистывать. Добрый день. Спасибо большое за возможность представить презентацию нашего проекта. Наш проект направлен, его направление, его назначение – это препарат как цитопротектор для онкологических больных при проведении химии и радиотерапии. И помимо этого, второе его назначение, которое мы увидели, он может работать и как адъювант химиотерапии, то есть серьезно усиливать значение и влияние химиотерапии при лечении онкологических больных. Нами реализуется, соответственно, патентная политика. Есть патенты на саму молекулу, оригинальную молекулу, есть патенты на способ, на назначение, патенты российские, поданы соответствующие заявки на международное патентование. Нашим партнером Германии является доктор Фюнер. И в Бостоне тоже есть патентный поверенный партнер, который нам проводит нашу патентную политику. Нами проведены в России полностью исследования по безопасности данного препарата. Исследования показали его очень серьезную безопасность. Разница между максимально переносимой дозой и максимально предполагаемой терапевтической дозой больше, чем в 100 раз. Все исследования были проведены в соответствии с требованиями, которые предъявляются Министерством соцздравразвития. Функциональные исследования проводились на базе одного из ведущих научных центров нашей страны, Институт медицинской радиологии, и мы увидели, что при использовании данной молекулы идет практически 100% защита стволовых гемопоэтических клеток от радиационного облучения. Если в норме при облучении мы видим вот цифры 3,6, то практически в 3 раза больше, чем в норме, чем при патологии. И, соответственно, мы посмотрели возможность усиления, уменьшения количества метастазов. Для этого использовались мыши с экспериментальной опухолью с меланомой М16. И при введении нашей молекулы совместно с известным химиопрепаратом цисплатина мы увидели, что количество метастазов уменьшается больше, чем в 2 раза по сравнению с контролем и с цисплатиной отдельно. По нашей матрице, которая есть в нашей компании, препарат находится на высокой стадии готовности. Сегодня в Российской Федерации сама молекула у нас зарегистрирована как фармсубстанция, и через 4-5 месяцев мы предполагаем подавать ее на регистрацию как готовую лекарственную форму. Бизнес-модель в России, бизнес-модель заключается в том, что мы самостоятельно доводим препарат до рынка. Он проходит у нас практически полностью всю дорогу. После этого мы продаем здесь права на молекулу российской компании, на Россию и страны СНГ. И с определенного момента времени, когда мы видим, что молекула показывает свою безопасность и по нашим исследованиям доказывает свою функциональную пригодность, начинаем работать с нашими партнерами в Штатах и Европе с тем, чтобы потом продать ее, соответственно, Big Pharma.
У нас есть абсолютно четкое понимание, что требуется Big Pharma за рубежом, и поэтому есть и, соответственно, такая политика. Два главных требования, которые предъявляются. Первое – это требования по безопасности, поэтому очень важно, чтобы данная молекула попала, была на российском рынке, именно прошла клинические испытания. И второе – это подтверждение механизма действия и биомишени данной молекулы. Мы оцениваем рынок достаточно серьезно. Деньги, которые требуются, порядка 2 миллионов долларов. Инвестиционный период 2 года. Это то время, которое нам понадобится для того, чтобы мы в России закончили полностью клинические испытания данной молекулы. Выход из бизнеса – это продажа прав, интеллектуальных прав вместе с досье на молекулу потенциальному партнеру. Спасибо за внимание. Замечательно. I may have missed that. Did you say you know the mechanism of action? Sorry. You do. I'm sorry. The mechanism of action. Did he say he knows that? He said it. Did you say you know the mechanism of action of this molecule? Or did you say you don't know? Mechanism. Дело в том, что мы предполагали, что мы его выяснили полностью. В частности, речь идет о стимулировании низкодифференцированных полипатентных стволовых клеток, которые не чувствительны к химиотерапии и к облучению. Однако тот эффект, который мы получили по серьезному адъювантному эффекту, в частности, значительное уменьшение количества метастазов при использовании вместе с химиопрепаратом, это заставляет нас сегодня думать и искать, в чем же и здесь механизм действия. То есть он изучен еще не полностью. Это как раз то, что нам надо сделать. Another more practical question is, what is your intended route of administration? Is it going to be co-inject with cisplatin, or you have to do continuous infusion? How do you plan to deliver that? Ну, первое, тот опыт общения, который у нас есть с Big Pharma, ну, в частности, с Sanofi Aventis и с Novartis, нам позволяет понять, а что им нужно, чтобы они могли купить эту молекулу. Они нам четко обозначили, что они хотят. В частности, нужно понимать механизм действия и безопасность. По механизму действия мы договорились предварительно, что они нам дадут те центры, научные центры в Соединенных Штатах, результатам которых они доверяют и в коллаборации с которыми мы бы могли повторить эти исследования и показать то, что есть. В России тем временем мы собираемся выводить ее на рынок, показывать, что действительно молекула при клинических испытаниях безопасна. И после этого, естественно, продавать Big Pharma. У нас есть опыт прохождения здесь, в России, но нет опыта, как идти за рубежом. Поэтому нам очень важен будет вначале тот партнер, который нас возьмет за ручку и проведет, и правильно поможет нам продать молекулу. The reason I ask is, I figure you haven't figured out the route of administration. The reason I ask is, I want to go back to your optimistic timeline of 2 years to market. In my view, is very unrealistic. 2 года на рынок российский. То есть 2 года – это тот путь, который нам нужно, чтобы в России мы вышли на рынок, в Российской Федерации. За рубежом он, естественно, будет больше. So I'm just curious if this is perhaps a drug which is already used for other applications, which gives you more, gives you better speed to market, and a known safety profile, or whether this is a completely new drug, in which case it's going to take a little longer. And the reduction in tumor slide that you mentioned, I just wanted to confirm that was in mice or other preclinical models, or not in humans. Мы, во-первых, сама молекула оригинальная и защищенная патентом. Во-вторых, в малых дозах
мы научились в свое время синтезировать эту молекулу и использовать в виде компонента для биологически активных добавок. И в России такие биологически активные добавки производятся, они есть на рынке, поэтому мы безопасность этой молекулы хорошо знаем. В то же время, как фармацевтическое, как лекарственное, это будет уникальное и новое лекарственное средство. По данной молекуле мы видим, что в больших дозах она работает как адъювант химиотерапии, а в малых дозах она, стимулируя полипатентные стволовые клетки, может работать и как для лечения, имеет репродуктивную функцию, то есть для лечения бесплодия, например. В этой части мы работаем, у нас есть партнер, инвестор, с которым мы идем вместе, и это также будем выводить на российский рынок. Все в пакете. Thank you. Sounds like you've made a lot of progress already and has really huge potential. So it's very exciting. Мы тоже надеемся. Спасибо. All right. Next, healthcare IT, and we have Елена Дмитриева, who's going to talk about. It's not text for baby, though. Yeah, it's part of the text. Okay, go ahead. Okay, thanks a lot. All yours? Yes. Okay. Thank you so much, and I feel that my presentation will be somehow very different from what has been presented so far right now. I'm representing their non-governmental organization that is working on various projects using mHealth technologies in the field of prevention and in the field of prevention various types of risky behavior and ensuring that the clients have healthy behavior. So, I would like to speak on one of the project that we are currently developing. This is the project how to help young people aged 13 to 17, and we have around 8 million young people of this age in Russia, and we know that half of them are really practicing very risky behavior. They are smoking, they try drug at this age, and actually being a mother of two kids, I can understand that the risk is very high, and I want to do something. So it's not only my suggestions, but these suggestions are actually based on, I would say, unique experience, and I would like to present in the first place the logic model, and then I will speak on the experience that became as a ground for this logic model. So we have actually two-pronged approach to change knowledge, attitudes, and behavior of the target audience. So here we speak about text messages that we send to clients that register at our platform by sending their key word to the short code. They send this text message, getting registered to our platform, and then twice or three times a week, they will get messages related to their health behavior. We also speak here about their applications to their cell phones, and actually, these kids in Russia, they use cell phones all the time because we have in this target audience cell phone penetration almost to 90%. And we also speak about the supporting programs because without them, they will just drop from the program. So we really need to have very strong basis that we have already developed. So these done through education seminars, training sessions that done in a very innovative way. So this two-pronged approach help us to change knowledge, attitudes, and behavior of young people related to health. How we come to this model?
As I said, we have a very unique experience, and we are the first to work on the program that is already implemented and operating in the United States, Text for Baby, that aimed to send text messages to pregnant women and women who have kids up to 1 year old. Twice a week when they register at the platform, and then they're getting messages twice a week. We developed this program and launched in February this year this program in partnership with the Minister of Health. We're happy that we use technology for this particular program by Vaxiva and our founding sponsor in Johnson & Johnson. So currently we cover the clients that that are consist of pregnant women and women who have kids. And this program has already in 1 month we have 3,000 subscribers, and this is just very beginning, and this is our experience where it's coming from. We also developed the program that was aimed to intravenous drug users, and the idea was, and HIV AIDS positive, to increase their adherence to therapy. So we're also using text messages supported by the program that we have on ground, so that we have really very good retention rates and very high rate of people addressing for their therapy. So this is where our expertise is coming from, and this is what we are piloting through mHealth Technologies right now in Russia. So this is the statistics I already gave. So we are right now at the this particular development stage. We have already piloted technologies, we know, and we first used the platform that was provided to us by Vaxiva. Now we have our own platform created. We also have very strong partnership with all key federal partners because we do social programs. We know how to develop supporting programs on ground, either via hospitals, schools, so that we have enrollment rate better than just through the AIDS campaign that might be very expensive. And we, of course, pilot this program. So I have explained already briefly how it works. The team that we have has various specialists that work at our foundation. We also, on particular program, leverage the resources of the leading experts. For instance, for Text for Baby, we leverage the resources of the leading Institute on Obstetrics and Gynecology that help us to draft text messages, develop the content, develop supporting program on the ground. And of course, we work with leading IT experts in Russia to build the technological part to support these health interventions. So what we would like to be supported for the program Health for Youth is actually further development of the platform. The prototype already exists. We also would like to have the support for their content development to leverage best experience of their leading specialists in the field. And of course, we have already, I would say, what has been invested in the program. We run this program with the in 18 regions of Russian Federation, so we have educational materials, films, everything that will enroll young people. And we would like to have better contact with them, and we would like to have them subscribed after we like conduct our trainings, seminars, so that they subscribe, text to the text short word to their number, and then we have them enrolled further in the programs, and we send them messages on nutrition, health, healthy behavior, sport, whatever we consider is key for this particular target audience. So this is our strategy. This is what we plan to do. We know that we have been very successful with Text for Baby that we have named SMS Mommy in Russia. And we were very successful with piloting programs for the most difficult groups of the population, like HIV-positive intravenous drug users. So we know how to keep people in the program with the supporting activities. So I'm ready to answer your questions. Know that I'm a little bit different from what has been so far said. Thank you. I think it's an amazing and very important program, and you ought to be congratulated for that. I have a question. I understand why mothers with babies has the motivation to subscribe to your program. That's obvious. But why a teenager, what's the incentive of him to subscribe? Why should he be interested in this? And how you make him interested to subscribe to this?
This is very critical, how we first get the contact with the client. And actually, we worked in partnership with Johns Hopkins University Center for Communication Programs and developed over 10 years, this is the time we operate in Russia with these innovation programs, education through entertainment. So how to make them think about health as a kind of value, because in Russia, health is not considered to be a value. It's something that is needed for work, for family, but not for the well-being of the individual. So we develop the whole supporting information that makes them come to the point when they want to have these questions answered. And here we will come with the text messages that give them on the frequent basis information on what to do, what to eat, and something in a more interactive way that is appealing to them through mobile phones. Not clear on what kind of messages you're sending them, and is it demand, questions they're asking you, or are you sending them messages based on your perceived need they have? Give us some sense of how someone would use this. On the content of the text messages. So usually what we do when we were, for instance, creating the materials, we do formative research. And we identified what were the needs of these kids and then created all these materials, so what they want to hear. They don't want to hear about the HIV/AIDS or risky behavior. They want to hear about relationships with their peers. They want to hear about relationships with the opposite sex, and this is how we build our supporting program. Of course, what we do formative research, try to identify what they want to hear, and then we create text messages that will bring, let's say, positive information to them on what they would like to hear. And are they asking? You're just pushing out information. We would like to have, like in Russia, we have two formats of the text messages, so we can have the format that we would like to use when we can have feedback. So if you want to get information on this, click one, two, or three, like the way we get information from the bank, on the bank account or expenditures. Is there any evidence so far that it works? Because, as I said earlier in the entrepreneurial section, the big challenge is the equivalent of a clinical trial. You know, take 4,000 or 8,000 young people and show that they have fewer sexual diseases, less smoking, fewer pregnancies, whatever. Esther, you're quite right, sure, like once we do the program, but we do understand that to make these interventions and to change the behavior, we will need, I would say, not 12 months or 18 months. So I wish we can show this exactly in 12 months. So like this will be affecting, I would say, knowledge, but behavior will be affected in a more long-term run. So I would say this will not be that bright example, if I can just throw and say this is will be changed. It will not be fair to say. Have you at least done some user testing? Have you interviewed the children using it? Yes, sure. We piloted this. So using our platform, we tried in two regions of Russian Federation, just like how they react, how they feel, and they like to play with the cell phone. So this is really the audience that will be reached with this particular channel of communication, 100% feet. So as a parent of three teenagers, I get this in one note, clearly has a place. And my question is about the business model. How are you going to get paid for this? Because even if the teenagers are happy to get these messages or are willing to read them, that doesn't mean they're going to actually pay money for it. Are you going to have if the parents are paying for the cell phone, I guess you can persuade them to add it to the plan for some small fee, or what is your plan there? This is very critical for the social programs like this. It should be free for the client, and we speak about, like, let's say, vulnerable groups of young kids. So speaking from our previous experience on Text for Baby, so we have leveraged funds for the development of the, I would say, technological part of the program. We worked with the mobile operators so that they cover the costs and
incoming calls free, outgoing messages they should pay it for. So we negotiated, and mobile operators right now cover all the text messages that are registration. But we have founding sponsor that cover some of the costs for their messages that go from their platform to the client. So this is, we also like know what parts needed to be covered, and there are different schemes and approaches how this might be done. So it's really a free public service announcement system, but no intention to turn this into something that would be a business, which would return profits to investors or? Exactly, that's why I said yes, we're quite different because this is the program that we have, but we don't, as a non-profit organization, charge like any profit from this. Have you thought of finding an advertiser who in fact would fund it as a business, because that would enable it to grow much faster than if it's based purely on donations and grants? This is the, I would say, good approach. So this is the experience that we developed on Text for Baby, and we would like, of course, to have those who will, because here it's another part, applications to the cell phones. I would say this might be really quite different, and of course, presenting this part, we just want to say that we expand and build on the Text for Baby going further and would like to have application. So I would say there are different models that can be here discussed further and see what works best. Thank you. Sorry, just one more. You might consider working with the cell phone companies to offer discounts on airtime for people who use it, because then everybody wins. She can work with Apple on iTunes or something like that, because that would be something that you know, teenagers would love to work on. It's if you can download some song or some whatever. But then the buzz for discounted value. We'll get into a long discussion, but iPhone is not probably every teenager's. Makes sense. Mm-hmm. Okay. Thank you. Thank you very Thanks much. Thanks a lot. Thank you. Next one up, Dr. Kisilov. Please come over. And we're on time, right? Yeah. Really? Okay. Quick. Добрый день. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов этого мероприятия за очень интересное время, за хорошие экспертные советы, конечно, за то, что отобрали нашу компанию, некий наш проект на представление этому уважаемому совету. Итак, компания NextGen. Что такое значит NextGen? На самом деле NextGen — это значит, что это Next Generation системы тестирования лекарственных средств и моделирования заболеваний, что является основной целью данной компании. Основной целью данной компании является получение полностью функциональных, специализированных, нормальных клеток человека из этнически разнообразных индивидуумов, а также от людей, носителей определенных заболеваний, для которых на сегодняшний день еще не существует никаких средств лечения. И также продолжение как бы развития этого проекта. Это, соответственно, развитие системы тестирования как бы in-house, для кардиотоксичности или кардиопротекторной активности лекарственных субстанций. Почему, собственно, такой возникает вопрос? На самом деле, если мы посмотрим, из 300 тысяч субстанций, которые начали исследовать в 2007 году, значит, пролетят через вот эту урну большую и достигнут конца в 2016 всего 23 лекарственных субстанций. В основном, так сказать, из гонки выпадут на самых ранних стадиях до клинического исследования, а также первой фазы клинических исследований. Почему это происходит? Потому что существующие на сегодняшний момент системы, на которых проходит тестирование эффективности, безопасности, предклинические исследования, да и даже первая часть клиники, из которой вещества выбывают вследствие кардио- и гепатотоксичности, они не соответствующих типов, поскольку они базируются на клеточных линиях, которые были когда-то получены человечеством. Это клеточные линии опухолевые, это клеточные линии животные. Они не имеют никакого отношения ни к человеку, ни к тем заболеваниям, которые изучаются. Соответственно,
Ежегодные потери, так сказать, Big Pharma на выбывание из первой фазы клинических испытаний оценивается примерно в 8 миллиардов долларов. Таким образом, любые разработанные новые, более адекватные системы, они позволят сэкономить достаточно большие средства, а также и получить новые лекарственные субстанции. Какое есть решение проблемы? Ой, как все сдвинулось. Ну ничего, значит, решением проблемы существует новая технология, которая появилась не так давно. Это индуцированные плюрипатентные стволовые клетки человека. Что такое плюрипатентные стволовые клетки человека? Это нормальные клетки человека, которые можно получить из живущих сейчас людей, но которые также можно направить специализированно в любой тип функциональных клеток. Это в том числе могут быть клетки из здоровых индивидуалов, либо из больных людей. Подобные преобразования могут проходить так как с помощью генетических модификаций, так и без генетических модификаций. Вот на сегодня мы умеем достаточно легко получать, например, клетки сердца, значит, получать клетки сосудов, получать клетки мозга, клетки глаз, клетки крови и на подходе еще целый ряд технологий. Соответственно, что предлагается развить в рамке проекта? Это удобную систему для того, чтобы можно было приобрести тот или иной клеточный тип. Ну, например, вот здесь вот, так сказать, приведены клетки, которые получены, специфические допаминергические нейроны, полученные из пациента, страдающего заболеванием Паркинсона, который имеет мутацию в гене киназа LRK2. Клиент может оттаять эти клетки, получив, посеять, чуть-чуть подрастить, добавить ту или иную лекарственную субстанцию и потом уже скринировать на своей фасилите, чтобы получить тот или иной клеточный ответ. Либо, так сказать, в развитии второй вариант – это in-house, то, что сегодня мы уже умеем достаточно хорошо делать и делаем. Это электрофизиологию на кардиомиоцитах с помощью патч-экспресса или микроэлектродного эрея. И также изучение заболеваний, моделирование заболеваний, например, таких как Паркинсон, заболевания Хантингтона, макулодистрофия, ну еще там около десятка, с использованием опять-таки микроэлектродного эрея и измерением физиологических особенностей этих клеток. Собственно, какие стадии развития сейчас, как бы, ну я уже упомянул, что мы умеем делать, какая интеллектуальная собственность есть. Значит, интеллектуальная собственность, которая получена, это на получение iPS-клеток нетрансгенными методами от 2009 года. Это патенты на дифференцировку, некие типы дифференцировки плюрипатентных стволовых клеток. И также на методы тестирования неких нейропротективных, ну, некие нейропротективные тестовые системы. И готовится целый ряд патентных аппликаций, соответственно, на то, чтобы добавить эту линейку. Значит, патенты принадлежат либо компании ЛКТ, ООО ЛКТ, либо неким еще институтам, академическим, правда. Значит, команда состоит из, собственно, извините, из вашего слуги, значит, который является как научным работником, так и есть опыт коммерциализации, например, совместно с BioSite Incorporated, двух патентов США, или с российской компанией Институт стволовых клеток человека, значит, и являюсь кофаундером компании ЛКТ, которой принадлежат все патенты. Игорь Гривенников тоже, который имеет опыт коммерциализации известного российского препарата Семакс, и который имеет целый ряд патентов. И, так сказать, неких еще людей, которые имеют опыт в высокопроизводительном скрининге. Собственно, то, что предназначено это бизнес-ту-бизнес, поскольку примерно в 2015 году ожидается рынок в 24 миллиарда долларов. Соответственно, мы думаем, что большие фармкомпании будут заинтересованы в системах скрининга, также некоторые университеты, ну и, может быть, тоже российская бигфарма вырастет. И на последнем слайде, собственно, приведены investment highlights. Спасибо. Вопросы?
So basically, this sounds like I would have one question, which is what El Cate actually did and how successful it was, which is how I would judge future likelihood of success. And then the second is, this seems much more like a licensing project than like a company. Я немножко не понял первый вопрос. Что вы конкретно делаете? И второй вопрос. Ну, из вашего проекта, что вы конкретно делаете? И второй вопрос. Хорошо, значит, конкретно мы делаем, значит, тест-системы на основе, то есть клетки, нормальные клетки человека, специализированные. Нужны кардиомиоциты, сделаем кардиомиоциты. Нужны нейроны из каких-нибудь больных людей, либо здоровых, сделаем нейроны. Причем эти клетки выпускаются по стандартной процедуре, они стандартизованы, они нормальные, и на них можно проводить тем или иным желающим людям какие-либо тесты. Кроме всего прочего, как бы вот в рамках, например, того же самого технопарка Сколково, вторая часть проекта — развитие. Это уже организация in-house, значит, facility, в которой будут проводиться те или иные скрининги и тесты, используя электрофизиологию, ну, например, используя электрофизиологию, если мы говорим о кардиотоксичности. Так, это то, что сейчас делается, это то, что уже мы делаем. И второй тогда. Ну, мы на самом деле те методы и получение iPS-клеток, на это у нас есть патенты, они сейчас расширяются на международные, на методы дифференцировки они тоже расширяются на международные патенты эти. И как бы тут совершенно верно, есть два направления, наверное, и лайсензинг, и in-house токсичность и эффективность лекарственных средств. It appears your business model is more like a CRO, a contract research organization, trying to help companies to, if they have a drug that is toxic, it will fail early. Ну, бизнес-модель, которая была приведена, это, в принципе, бизнес для бизнеса, B2B в первую очередь. Конечно, это как и контрактное исследование, и как просто продажа стандартизованных, специализированных клеточных, нормальных клеточных линий, да, для проведения тех или иных экспериментов, тестирования и так далее, так далее. Наверное, нужно два слова сказать о нашей бизнес-модели, и это объяснит, почему я здесь второй раз. Мы в России, имея опыт выведения на рынок собственных инновационных продуктов и получая просьбы от наших коллег-ученых помочь им в реализации их идей, пришли к следующей бизнес-модели. По нашей бизнес-модели ученый остается ученым, работает в лаборатории и делает то, что он лучше всего умеет делать. Все, что необходимо сделать с молекулой, имеется в виду собрать полноценное досье, сделать масштабирование, патентную политику и выйти и продать эту молекулу, эту работу помогаем сделать ему мы. Мы – это команда инновационная, порядка 100 человек, специалистов, которые работают в этой области. Сегодня у нас порядка 20 молекул в проекте, в портфеле разной степени готовности. Свои молекулы мы получаем от наших ученых, ведущих ученых, и после первичной экспертизы мы берем их себе в работу и дальше начинаем работать с ними. Вашему вниманию представляется проект, который, назначение которого – это восстановление ослабленной памяти, и мы надеемся, что это будет препарат для лечения болезни Альцгеймера.
Надеемся, я говорю очень аккуратно, потому что в этой части мы еще исследований не проводили. Также по этой молекуле реализуется соответствующая патентная политика. Молекула является оригинальной, защищена как сама молекула, способ получения, фармкомпозиция и, соответственно, поданы международные заявки по данной молекуле. На сегодняшний день проведены предварительные испытания по безопасности. Данный препарат является немутагенным. Исследования по острой токсичности говорят о том, что она является низкотоксичным препаратом, и мы планируем в течение ближайших год-полутора провести все необходимые исследования по требованиям Минздрав соцразвития Российской Федерации. Те исследования по функциональной пригодности, которые были проведены, причем для работы здесь выбрана нами профессор Воронина, один из ведущих специалистов в нашей стране по психофармакологии. И данные исследования говорят о том, что, причем исследований достаточно на сегодняшний день было сделано и на молодых мышах, и на старых мышах, и на кратковременную память, и на долговременную память. Они говорят о том, что у этой молекулы очень хороший потенциал по сравнению с теми молекулами, которые сегодня присутствуют на рынке. Мы говорим очень аккуратно о том, что этот препарат предназначен для восстановления ослабленной памяти, потому что в Российской Федерации рынка этому препарату для лечения болезни Альцгеймера мы не видим, потому что у нас очень мало людей доживает до этой болезни. По нашей матрице данная молекула находится здесь, она еще пока не в высокой степени готовности, но мы надеемся в течение ближайших двух лет в России завершить полностью испытания. Бизнес-модель та же. В России мы проходим весь путь по доведению данной молекулы до рынка и продажи ее БИК российскому фарма. На сегодняшний день мы создаем небольшой закрытый клуб из российских фармкомпаний, ориентированных на инновации. Мы договариваемся с ними о том, что мы будем им показывать наши молекулы, причем показывать будем регулярно. Они будут иметь возможность спрашивать у нас, давать какие-то замечания, советы, и у них останется только один риск – не успеть вовремя купить эту молекулу, потому что одновременно будут ее видеть несколько российских компаний. Политика за рубежом такая же. Понимать, что нужно нашим потенциальным стратегическим партнерам с тем, чтобы также продать права на эту молекулу, права на зарубеж, кроме России и стран СНГ. По нашим скромным расчетам, маркет, рынок российский порядка 20 миллионов долларов. Я думаю, на самом деле он существенно больше. Я не говорю про международный рынок. Примерно 3 года, которые нам потребуются, чтобы эту молекулу здесь, в России, довести до рынка и продать потенциальному стратегическому партнеру российскому и существенно продвинуться в отношениях со стратегическим партнером на Западе. Ну, это та модель, которая у нас реализуется в рамках вот нашего инновационного кластера, который называется «Парк активных молекул». Каждый, кто приходит к нам с идеей, мы с ним после нашей экспертизы создаем малое предприятие. Мы имеем возможность финансировать эту молекулу в ранней стадии с тем, чтобы потом довести ее до продаж, соответственно, партнеру. Спасибо. Could you just clarify the market size? Is it 20? There's got to be something more than a $20 million market here. Говоря о рынке, мы исходили из того, что это рынок препарата для пожилых людей, предназначенный для восстановления ослабленной памяти. Но при этом мы понимаем, что рынок может быть существенно больше после того, как препарат выйдет на рынок. Потому что исследования на молодых крысах подтверждают, что он также им помогает восстанавливать память. Зарубежный рынок мы оцениваем в 100 раз больше. I mean, there's no question that this is an
an incredibly large market opportunity. I mean, just generally speaking, it's an area where, particularly if you take into account, you know, elderly patients, Alzheimer's and so forth, there aren't that many treatments available for them. One thing that I would be mindful, though, in the context here, specifically for Russia, is I think, as you think about clinical trials, I would encourage you to have an international component to those trials. And the simple reason is that there's a product that's used here fairly commonly called Dimebon, that was also used for memory enhancement and so forth. And Pfizer had a very poor experience in their phase 3 trials. I mean, Dimebon showed incredible promise. It was used quite commonly here in Russia. And so for this particular category of product, there's a great deal of skepticism about Russian data here. And so I would have international data. If you truly want to pursue the international market, having international data is going to be important, because people will be quite skeptical of the Russian data because of the specific experience with that Dimebon. Спасибо большое. Мы знаем очень хорошо. Спасибо большое. Мы очень хорошо знаем эту проблему. Дело в том, что сам Dimebon лет 25 назад был синтезирован в нашем научном центре, и потом он уже ушел потом в институт Бачурину и дальше. Мы очень хорошо знаем эту проблему, поэтому стараемся идти сейчас очень аккуратно. Нам обязательно нужен международный партнер, который с самого начала будет показывать компетентность данной молекулы и достоверность представляемых данных. То есть мы ее не будем позиционировать как российскую. Скорее всего, она будет идти уже там, создавая малое предприятие в Бостоне там или в Германии. Знаем эту проблему, да. Спасибо. Next company is Biom Volna, and we have Max Gasparov, who's going to present his concept. Max, go ahead. Слышно меня, да? Здравствуйте. Извиняюсь, что на русском. Я представляю Самарский государственный аэрокосмический университет. Я директор научно-технологического парка. И компания, которая ведет проект, о котором я буду рассказывать, это актуальное решение, это стопроцентная дочка университета. Сейчас один учредитель. Можно взять, да? О чем мой проект? Мой проект относится в двух областях. Это восстановительная медицина и спорт. Преимущество или, скажем, такая отличительная особенность, о которой я буду говорить, это учет спектральных свойств мышц. В чем я вижу проблему? Что все существующие методы восстановительной медицины, ну или в данном случае тренажеров, не учитывают текущего состояния нервно-мышечной системы. Вот эту проблему мы и решаем. Какое мы решение нашли? Мы сделали устройство, которое сочетает в себе вакуумный массаж, первое, биомеханическую стимуляцию. Она, кстати, основана на явлении биомеханического резонанса, который открыт был в 70-х годах, заключающийся в отклике активного звена при определенном частотном диапазоне. Наше устройство имеет широкий диапазон корректировки амплитуды и частоты. И в реальном времени мы измеряем состояние нервно-мышечной системы. Интеллектуальная собственность. Зависимость, которую мы нашли при исследовании на группе спортсменов, а именно, скажем, на какой частоте подавать воздействие, какой параметр вытаскивать, способ обработки, он находится в режиме ноу-хау у университета. Соответственно, фирма работает по лицензионному соглашению на это ноу-хау. У компании, малой компании, есть патент, уже положительное решение на непосредственно устройство, которое создано на основании этого способа. Стадия. Вот последний справа вариант. Это вот буквально получен несколько месяцев назад. Это опытный образец. Где-то 2-3 года идет этот проект. Мы получили несколько вариантов устройство. Сейчас последний вариант находится на испытаниях кафедры восстановительной медицины Самарского медицинского университета. Вот ниже показаны, как наше разработанное устройство
мониторинга нервно-мышечного состояния справа. Команда, которая участвует, я как руководитель проекта, Гаспаров Маркар, научный руководитель Николай Петрович, он находится в этом зале. Если потом у вас будут какие-то медицинские вопросы, я переадресую ему. Откуда, скажем так, эти исследования начались? Была лаборатория биомеханики в Самарском Куйбышевском авиационном институте тогда. И в 1986 году участники этого проекта, они принимали участие в международном эксперименте гипокинезия. Это эксперимент по испытанию устройств, по восстановлению, по реабилитации космонавтов. Вот справа диплом Леонида Сиранта, он лауреат премии комсомола, Ленинского комсомола. Основные конкуренты, которые я вижу, это в сентябре прошлого года вот в России компании PowerPlate был получен сертификат на медицинское устройство слева. Да? Снизу описаны не основные именно пункты показания по этому медицинскому сертификату. И справа это тоже выходцы нашей лаборатории. Вот Милена чуть-чуть ошиблась, биомволна как раз это. Ну, я их не совсем расцениваю как конкурентов. Если это интересно, я потом скажу. Ну, дальше. Какой у меня план по коммерциализации? Первое – это продавать как непосредственно биомеханический тренажер, то есть для спортивных клубов. Соответственно, в связи с тем, что мы сочетаем вакуумный массаж, это устройство отлично подходит для в последнее время широко распространяющегося антицеллюлитного массажа. То есть практически любой фитнес-клуб сейчас, любые массажные салоны – они потенциальные потребители этой продукции. В случае, когда мы получаем уже сертификат на медицинское оборудование, это туда входит система мониторинга текущего состояния нервно-мышечной системы. Цена, соответственно, будет другая. Ну и перечень медицинских объектов тоже другой. И планируется открытие совместного центра между двумя университетами, это аэрокосмическим университетом и медицинским университетом, для создания мощной рекламной кампании. Ну вот я вывел на один слайд основные, скажем так, различия. Если наша вот вибровакуумная терапия, мы захватываем, во-первых, весь диапазон. Это от 7 до 50 Гц точно. Мы сочетаем вакуумный массаж. Этого нет у других. Мы сочетаем также биостимуляцию. И главное наше преимущество, у нас есть обратная связь, биологическая обратная связь, которая учитывает оперативное состояние нервно-мышечной системы. Ценовой диапазон, ну, я на него не делаю ставку, естественно, тут уже в зависимости от конструкции, но не превышает, по крайней мере, по цене существующих. Сколько было потрачено денег? Примерно вот 27, ну, где-то 35 тысяч долларов за 2-3 года плавненько на эту компанию. Ну, я считаю, это маленькая сумма, потому что, наверное, очень большой уже наработанный опыт. Поэтому такая сумма. Это второй, это инвестициональный фонд наш региональный. Первый – это моя компания. И третий – это, естественно, наш университет. Сколько мне нужно денег? Я считаю, довольно мало. Ну, по крайней мере, на эту стадию. Это доводка до предсерийного образца. То есть дизайн, какие-то там виброакустические параметры. Ну, доработок осталось не так уж много, но, естественно, не так уж мало. В связи с нашим опытом, я не считаю, что мы должны потратить большую сумму. Соответственно, то, что я говорил, в режиме ноу-хау мы держим эту информацию. Патентование планируется только после того, как мы начнем проводить клинические испытания. Чем, скажем так, наш проект, я думаю, лучше других? Во-первых, как я сказал, это уже примерно 20-летний научный опыт в этой области. Это большой опыт, во-первых, разнообразных стимуляторов и непосредственно устройств. Мы в этом заинтересованы два университета. Мы можем сделать большую кампанию, как я говорил, при том, что ректор медицинского университета, он также из области восстановительной медицины. И мы можем выкинуть на рынок продукт уже после небольшой доработки. У меня все, спасибо.
Just curious, there's something that seems to be sort of similar at NASA Ames called VASPERS. Are you aware of it? How do you compare? Скажем, я знаю, что это такие подобные разработки есть в НАСА, но, как я и сказал, у нас аэрокосмический университет, соответственно, эти же разработки параллельно также шли и в России, ну, в Советском Союзе. И, ну, вот конкретно, скажем, вот PowerPlate, который я показывал, он также основывается на НАСАвских разработках. И ну, вот все, что я могу сказать об этом. Я не Вот PowerPlate — это, скажем, потенциальный пример вот НАСАвских разработок, и у них нет того, что есть у нас, то, что я говорил, у нас есть обратная связь. Как любая система автоматического управления, она должна иметь обратную связь. У имеющих установок ее нет, кроме нашей. How much would a sports club be expected to pay? Ту сумму, которую я указывал, по крайней мере, я проводил рынок по нашему, анализ по нашему, ну, Самарскому региону, в фитнес-клубах PowerPlate стоит. Да, ну, соответственно, наша установочка будет чуть дешевле. Единственный минус у нас какой? Нужен человек, который бы вот при данной конструкции проводил бы работу со спортсменом, но в PowerPlate тоже нужен инструктор. Пусть он выполняет меньше действий, но он все равно нужен. То есть просто так человек не приходит и не занимается на PowerPlace. Я сам пробовал лично в фитнес-клубе, это так. Dear judges, quick question, quick note. Just remember that you have to circle on your list's top three companies that we're going to give a very quick feedback. We have one more to go. It's called Future Model, but I just wanted to make sure that you remember that task, and we'll give our feedback right after. Добрый день, дорогие коллеги. Я хотела бы представить наш проект Future Mother, который является интернет-пространством для общения между беременными женщинами и медицинскими специалистами. Вообще, беременность — это такой особый этап в жизни каждой женщины, когда вместе с той радостью, которую она приносит в ее жизнь, приходит много хлопот и разных вопросов. Куда пойти, кому обратиться, где найти нужную тебе поддержку. При этом ей приходится обращаться к своим знакомым, родственникам и врачам, но при этом ты можешь потратить очень много времени и сил и не найти той поддержки, которая тебе нужна. Соответственно, наш проект призван это решить. Мы собираемся выйти на рынок IT в области медицины, доля которого на российском рынке составляет на сегодняшний день 3,2 миллиарда. При этом мы считаем то, что наш проект масштабируем, поскольку он в дальнейшем может быть интересен не только беременным женщинам, но и всем женщинам, которые заботятся о своем здоровье. Как мы собираемся решать эту проблему? Во-первых, Future Mother — это ресурс, который обеспечивает всестороннюю медицинскую поддержку. Здесь женщина может найти всю информацию по беременности. У нее есть доступ к базе врачей, где она может выбирать интересующего ее специалиста, исходя из своих предпочтений, и также воспользовавшись предлагаемым нами поиском, исходя из ее показателей. Но кроме всего прочего, у каждого пользователя будет свой уникальный профиль. В этом профиле отображаются медицинские и социальные параметры. То есть женщина заходит на сайт и отмечает ее состояние здоровья, симптомы, которые она испытывает, и препараты. При этом, когда она несколько раз это отмечает, выстраивается некая динамика. И кроме того, что она может наблюдать за своим ходом беременности, также она может находить пользователей, которые испытывают те же самые проблемы. То есть если ее там тошнит от огурцов на пятом месяце, и она не знает, как справиться с этой проблемой, она может вполне себе найти такую же женщину и с ней общаться. Кроме того, исходя из указанного срока беременности, ей будут автоматически предлагаться рекомендации, рекомендации по питанию, по возможным интересующим препаратам, упражнениям и прочему.
Собственно, зарабатывать мы собираемся на продаваемой рекламе, сервисах и маркетинговых исследований, которые мы можем обеспечивать для компаний, занимающихся производством товаров для мамы и детей, и фармкомпаний. Собственно, нам сейчас нужны деньги, которые мы собираемся потратить на создание интернет-платформы, разработки системы рекомендаций для женщин, привлечение пользователей и технической поддержки. При этом мы сделаем много всего, в том числе создадим сообщество врачей, привлечем женщин, разработаем систему рекомендаций, и это может быть полезно и интересно очень многим. Наша команда состоит из выпускников Московского государственного университета, и мы являемся специалистами в области биоинженерии и биоинформатики, а также физиками. Поэтому мы считаем, что именно мы можем решить эту проблему, поскольку у нас есть знания как в медицине, так и в IT-секторе. Ну, кроме того, мы очень целеустремленные, жизнерадостные ребята, и у нас все получится. Спасибо за внимание. You know, this is a very interesting project because the business model here is different. And I want to draw your attention to a US company called Dauphin Health. I can give you the reference a bit later. There is one more sector into your business you can add. And this is the sector, what happened in the first week when you come, young mother, maybe like yourself, I don't know, who come with the baby home and she doesn't know what to do. And the baby cries at the night. What she do? Normally she call her mother, but if she cannot call her mother, there's a big issue there. And the business model that this company developed, I was helping this company back at time to develop the business model, was that me, the father of the young mother, rather than buying you a little stupid gift that rotates over the crib of the baby, I buy you a subscription for 3 months. And in the United States, this business model caught quite nice, and the company is doing not bad. So my suggestion to you is, if I may, is two things. Expand your model also, or your business also, for the first months where you bring the baby home and you, a young mother, 20 years of age, you don't know what to do, how you clean the baby, what you do when the baby crying. There's a big market there. And bank to some degree on me, the father of mothers like you, right, giving you is a gift, because this is a good subscription concept. And what's proven with this company, Dauphin, once you locked the mothers into your system through my gift, you like it, and then you continue the subscription. So this is really interesting. I think one of the most interesting healthcare IT concepts one can develop. So I want to congratulate you for that. I hate to say this isn't a great idea. It's a fine idea, but it's an easy idea, to be candid. The question is how you, in fact, are going to implement this as a business. How are you expecting to reach the mothers? Do you know, are you going to have brands supporting you? Are you going to work with partners? The same questions that Yolanda Dmitrieva had to deal with to create SMS Mamia you're going to face. Как вы будете найти рекламисты? Какие у вас связи с Как мы собираемся привлекать пользователей на этот ресурс и заставлять их там сидеть? Вообще это большая проблема, потому что беременность — это все-таки временное событие в жизни человека. Но, опять же, мы считаем, что проект масштабируем и будет интересен просто для женщин, заботящихся о своем здоровье. Они будут приходить туда, планируя беременность, беременя, и привлекать при этом. Есть одна специфика всех ресурсов для женщин, то, что они все плохие,
России, очень тяжело искать информацию, но они сидят на всех. Мы планируем продвигаться в интернете, журналах, через знакомых и использовать, соответственно, различные средства коммуникации. Я, если я правильно поняла вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое. Okay.